Супермен существует. Парень с реактивным рюкзаком перелетел реку в Дублине. На видео видно, как молодой человек пролетает над рекой Лифи и приземляется на плот. Предполагается, что летчик – сотрудник компании Samsung, и произведенный трюк связан с запуском нового смартфона. В Западной Австралии полицейский Скотт Мейсон усыновил осиротевшего кенгуренка. Детеныша нашли на одной из дорог, он лежал в сумке мертвой матери. Как считает местная власть, кенгуриху сбили и оставили умирать. Сейчас малыш выздоравливает и получает удовольствие от общения с новым родителем. Мексиканский фермер Раму де Корона соорудил в пустыне 7-метровую пирамиду ацтеков. Местных жителей монумент поразил своим исполнением. На вопрос, почему и зачем мужчина сделал это, он заявил, что всего лишь выполнял инструкции инопланетян, которые его посетили 30 лет тому назад. В Британии военные испытали особые высокотехнологичные системы камуфляжа. Разработанный особый трехмерный материал «Ватек» способен заменить собой специальную краску, тепловые отражатели и прочие элементы маскировки, которые снайперы используют для камуфляжа. По словам британских военнослужащих, такие маскирующие устройства делали их полностью незаметными для коллег. Жительница американского города Ноксвилл Мэриан Райднер пожертвовала почку помощнику шерифа Майклу Нортону после того, как прочла о несчастье мужчины в Фейсбуке. Женщина отдала свой орган незнакомцу, о котором раньше ничего не знала. Операцию провели всего через 2 месяца после того, как Райднер откликнулась на просьбу о помощи. По словам Мэриан, она совсем не боялась, так как чувствовала, что поступает правильно.